Создание конституционного комитета для Сирии затягивается. Эту проблему сегодня поднял на совбезе ООН постоянный представитель России Василий Небензя. Он напомнил, что легитимность комитета определяется согласием сирийских сторон, а не западных стран. Призываем помочь деятельности трех стран-гарантов астанинского формата по запуску на деле нужного Сирии, ближневосточному региону и всему международному сообществу всеобъемлющего политического процесса, отталкиваясь от решений Конгресса Сирийского национального диалога в Сочи, резолюции Совета безопасности по Сирии. Одновременно представляется важным, чтобы достигнутые на политическом направлении результаты закреплялись реальными, а не декларативными шагами, направленными на решение гуманитарных проблем Сирийской Арабской Республики, ее постконфликтное восстановление. Мы неоднократно слышали и слышим, прежде всего от наших западных партнеров, что наращивание содействия и снятие односторонних санкций будут возможны лишь после реальных подвижек урегулирований. Этот момент настал, и мы рассчитываем, что коллеги не откажутся от своих слов и не будут выдвигать новых политизированных условий.